Привет, я Настя, это хэштег Let's Go. Британцы обвинили 81-летнюю соседку в том, что она использует умеющего петь оперные арии попугая в качестве орудия для пыток. Людям приходилось слушать истошные вопли птицы каждый день на протяжении 3 лет. А самое обидное, что паре британцев не верят, мол, старушка не способна на такие коварства. Жители небольшой итальянской деревни 6 марта ждал необычный сюрприз. Вместо воды у них из кранов потекло шампанское местного разлива. Шах и мат, аметисты. Но высшие силы тут ни при чем. Все дело в пробоине хранилища винодельни, которая находилась рядом с деревней. Из-за нее напиток и попал в систему водоснабжения. Дырку в трубе быстро заварили, и некоторые итальянцы начали писать жалобы в администрацию, что течь устранили слишком быстро. Совсем недавно был такой случай в Красноярске. После футбольного матча футболистам подарили пиво. А какие нелепые подарки дарили вам? На 23 февраля сотрудники ему подарили авоську. What? Авоська – это клетчатая сетка. Хорошо, а может быть, вы дарили какие-то нелепые подарки? Нет, всегда не припомню, не скажу. Всегда все нормальные подарки хорошие дарили. Все лепые. Все лепые подарки, да. Я не знаю. Вам не дарили подарков никаких? А, подарки. Ну, нелепые подарки. Подарки много дарили. Я не знаю. Духи. Духи? То есть вы считаете, если вам девушка подарила духи, то это нелепый подарок? Конечно, это же намек на то, что от меня воняет. Это обидно. Фу, как некультурно. А если вам друг подарил духи? Зачем такой друг нужен, да? Вряд ли мне друзья подарят духи. Мне ничего не дарили. Вам ничего не дарили? К сожалению. Ну, смотря на какой праздник. Мне вас очень жаль. Надо как-то с этим разобраться. Ваня, поплачьте там. Это прискорбно. Для меня любой подарок, он важен, имеет свою суть, имеет свою роль. И в любом случае, если мне его подарили, значит, мне должно быть приятно. Сыр-косичку. Сыр-косичку? Да. На какой день вам подарили сыр-косичку? Это не мне, я дарил, вот девушке. За праздник. Смотреть противно. Вы ее очень сильно любите, походу? Безусловно. Я бы тоже так ответил, если бы со мной стояла моя девушка. Я подарила лучшему другу плакат, поклеенный просто картинками петухов. Прикольная информация. А пропустить нельзя? Не знаю, зачем. Японская полиция задержала 57-летнего мужчину, который на протяжении 25 лет воровал велосипедные сиденья. За это время у него скопилось почти 6000 образцов. Мужчина тырил седлушки в Токио и Осаке, чтобы снять стресс на работе. И оказалось, что это очень даже весело. Он так в суде и сказал. Ничего страшного. На этом все. Это был хэштег. Ты там камеру выключишь?